Спасибо. Спасибо. У вас руки не замерзли? Может, вам перчатки? Спасибо. Два человека, ну вот там, что для подгона. Вы представите так? Ну да. Это самое. Мосты позорвали, сюда не из Харькова ничего нет, это самое. Магазины вообще нам завозят хлеб с Харькова, сейчас оттуда нету, мы, получается, отрезаны от всего, поэтому у нас... Мосты сорваны, из Харькова не могли высадить в России. Хлеба. А так... Так что, ну, ждали русской помощи? Да, а ой, да, конечно, что? Ждали телевизор. Туда-туда едут, за нас забыли. А нас забыли, что мы есть на свете. Ну, видите, не забыли. Ну, да. Хорошо, да. Спасибо. Ага. Спасибо. Чего не хватает больше сейчас всего? Что еще привезти в следующий раз? Мука, дрожжи. Сахар, дрожжи. Мука, дрожжи. Основное. Лекарства. Лекарств немає, давления немає. Чего, ребята, спасибо, скажем? Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Ну, а вообще спасибо, ребята. Да не только за гуманитарку. Ладно, пока.